Ну, совсем плохенько. Сатурн виден при таких настройках. 18 августа 2020 год, Харьков. 20.12 по Киеву. Ладно, сейчас посмотрим на Юпитер. Ну, вроде еще не так темно. Смотри, никак. Не прицелюсь. Вроде и вот он. Идите на полосы, посмотрите. Только без дурацких комментариев. А какие есть комментарии, крути? Максимум вау и все. Вау. Вау. Увидел полосы? Да. Нет. А можно вау? Да, давай, настроюсь еще раз, а то он уже убежал из кадра. А можно вау? Видишь, ага. Не видно, но видно. 620 миллионов километров. Это вообще 640. Ладушки. Сейчас другие настройки применим.